Казахстанские хирурги объединяются в ассоциацию. Общественный орган был создан еще в начале года, однако полноценно работать он начнет после съезда, который проходит в Алматы. В нем участвуют 340 делегатов. Это молодые хирурги районных и областных больниц. В течение двух дней ведущие отечественные, ну и зарубежные специалисты будут делиться с ними опытом. Главная задача ассоциации, которая уже открыла несколько филиалов в регионах, приблизить работу по оказанию экстренной неотложной помощи к международным стандартам. По словам руководителя научного центра хирургии имени Сызганова, сегодня казахстанские хирурги работают разобщенно. Каждый врач принимает решения самостоятельно, руководствуясь лишь собственными знаниями в медицине. Меж тем, 80% хирургической помощи оказывается населению при неотложных экстренных ситуациях. И вот задача ассоциации – выработать единые подходы, основанные на лучших примерах международного опыта. По мнению специалистов, это поможет значительно минимизировать врачебные ошибки. Руководят общественным объединением хирурги с большим опытом. Это те ситуации, которые возникают экстренно. То есть вопросы кровотечения, вопросы панкреатитов острых, сепсиса, геморрагического шока, с которыми ежедневно в течение 24 часов сталкиваются хирурги. И районные хирурги, и областные хирурги. То есть это та ситуация, которая требует быстрого принятия решений, точной диагностики и самооптимальный выбор тактики. То есть сейчас будет все унифицировано.